Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Фолиот, и мы начинаем проходить игру Batman Arkham Asylum. Могущественная игра, одна из моих любимых битэмап экшенов, в которой есть абсолютно все про Бэтмена, ну я имею в виду вся стилистика бэтменовская. В общем, выбираем высокий уровень сложности, и, пожалуй, сейчас начнем. Так, кроме высокого уровня сложности и поиск всех загадок Ридлера, на этом я свой хардкор хочу остановить, то бишь там не будет таких вот типа no damage, там без дамага, да, то есть без пропущенных ударов. Пропускать по морде я тут буду удары, вот. И надо даже будет пропускать выстрелы в морду, что в принципе довольно-таки тяжело играть, вот, и очень долго бьются враги, концентрация иногда теряется. В общем, как все знают, начинается у нас этот видеоролик с того, что Бэтмен захватил Джокера и везет его в психушку Аркхэма. По Готэму Сити, ночному год, ночной Готэм. Бэтмен направляется на остров Аркхэм. На убер скорости. Тут начальный видеоролик уже заставляет просто трепетать от предвкушения. Кстати, как качественно он сделан, как прорисовка сделана. Все на движке. Подходи, идиот. У меня бомба. Да, кстати, еще хочу сказать, что версию русскую я стал проходить. Ну, очень долго и муторно было бы проходить, там уже все-таки. Ну, муторно было бы переводить ее. Потому что тут есть, хоть и даже есть субтитры, но все равно. Хотя английская озвучка тоже отдельно заслуживает внимания. Но я уже как-то привык на нашем русском языке играть. Поэтому, думаю, никто не будет против. Так, ну сейчас мы видим, как он его притащил уже сюда. За шкирку, можно сказать. Эй, Шарпи, мне нравится, как ты здесь все оформил. Старший надзиратель Шарп. Боулс. Йоу, Фрэнк! Как жена, как детишки? Скучаешь по мне? Заткнись, клоун. Здесь многие хотят с тобой потолковать. Как же меня Джокер прикалывает. Я не против пройтись. Эй, ребята, полегче. Помнете костюм. Уберите этого. В этой игре он, кстати, Джокер. Надзиратель, здесь что-то не так. Я пойду с ним. Он самый, что ни на есть, натуральный Джокер. То есть, как бы я смотрел фильм Dark Knight, вот там, конечно, Джокер исполнитель Heath Ledger тоже потрясающе был показан. Но там он какой-то более депрессивный. Сэр Гордон уже здесь? Да, сэр. Он ожидает вас в пункте прибытия пациентов. Он вас немного опередил. Шарпи любит свои камеры. Эй, Шарпи, ты меня снимаешь в хорошем ракурсе? Подожди. На этот раз его заперли как следует. Еще один побег, и я потеряю голоса, когда буду баллотироваться. Полюбуйтесь на новую охрану. Так как вообще можно сбежать отсюда? Надеемся, этого хватит. Так будет. Прием на интенсивной терапии. Новый пациент. Всему вспомогательному персоналу. Поднимка зона. Ой, всегда приятно вернуться на родную хату. Отжигает Джокер, в общем, здесь. Говорю, вступительный от этого, даже пройтись, послушать его стёб. Джокер отличается от Хита Леджеровского Джокера, вот именно самым, вот, ну, как Джек Николсон играл, помните, если, да? Самый первый Бэтмен. Вот такой. Знаете, Джокер, который стебется. Красный свет. Несколько запрещенных предметов. Обыскать Джокера еще раз. Что ты сюда пронес, Бэтс? Ну давай, похвастайся. Батаранги? Когти? Или что-нибудь пожевать? Джокер чист. Открыть ворота, вытащить его. Держать его на мушке постоянно, не выпускать из виду. У нас с тобой еще будет время, Кэс. Кстати, о времени. Что это? Неужели крокодил? Как дела, док?
Запишите меня завтра часа на 4. Нам многое надо обсудить. Встаньте у меня за спиной. Новый пациент, здравствуйте. Говорит Квинси Шарп, старший надзиратель лечебницы Арка. Мое любимое шоу. Я надзиратель третий. Тебе не спешать. Мало кто верил, что оно станет главным в стране исследовательским и исправительным центром судебной психиатрии. Джокер! 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 Слышал про босса из Блэкгейта. Еще увидимся, босс. Тихо. Заткнулся, вперед. Я вам скажу, ну быстро состояние проводки федеральных тюрьм ужасает. Мои парни могли пострадать в этом злополучном пожаре. Офицер Боулс, мне надо осмотреть вашего заключенного. Ладно, только быстро. Я следую протоколу. Пациент в удовлетворительном состоянии. Небольшие ссадины, полученные предположительно 2 часа назад. Возможно, имеется... Не хочешь измерить мне температуру? Мне не терпится спустить штанишки. Он ваш. Уберите его с глаз моих. Он чистый. Откройте дверь. С глаз моих. Такие все бравые, когда, блин, под мушкой преступник. Как только он высвободится, там все обтрухаются. Все-таки с физиксом тоже прикольно поиграть. Версия 1.1, как видели. Радостью потянуло. Нет? Значит, какой-то охранник обделался. Крок! Старина, это твои проделки! Приготовиться! Держите его в прицеле. Все время. Ярости. Это еще что такое? Я знаю твой запах, Бэтмен. Я тебя поймаю. Включите ошейник! Усмирите это животное! Уберите эту тварь! Прикрутившись на ошейник, меня не остановит! Я разорву тебя! Сотру твои кости! Кстати, о крокодилах. Мне срочно нужны новые туфли! Вперед! Костюмчик тоже такой у него. Зеленый цвет волос, как обычно, у Джокера. В общем, полный психопат. Один из самых колоритных, наверное, злодеев. Самое время для вечеринки! Только не для тебя. Ночь только начинается, Мэтс. У меня в запасе еще осталась пара фокусов. В смысле, тебя не удивляет, что из-за пожара в Блэкгейт сотню-другую моих людей перевели сюда? Более тонкого намека я не... О, Фрэнки, ну когда ты научишься держать пасть закрытой, доведет она тебя до беды. Скажи мне вот что. Раньше ты не давался мне в руки так легко. Что ты задумал? О, ничего особенного. Сотни людей умрут от боли и страха. Их никчемные жизни придут к ужасному концу. Все благодаря тебе и коробку спичек. Как тебе такой ответ? Никто из пациентов не должен контактировать с заключенными из тюрьмы Блэкгейт в нашем учреждении. Он там возится. Оставаться на месте. Свет, живо, на него. В нашем учреждении они размещены временно. Еще раз прошу. Что ты мне не веришь, да? Наш гость прибыл. Код безопасности на южных этажах блока интенсивной терапии. Красный Альфа. Итак, ты вернулся. Во время твоего побега погибли 3 моих людей. Всего 3? В следующий раз буду лучше стараться. Как насчет сотни?
Ну и вечерок, Джим. Джокер в ратуше. Берет в заложники мэра. И мне приходится разрываться между спецназом, прессой и тобой. Да уж, вечерок еще тот. Надеюсь, больше с ним вечера не проводить. Да, как же. Стоп. Простите, вход только для персонала. Уверяю тебя. Уж если кто и может. Конечно, спасибо, но он взбудоражит агрессивных заключенных. Кажется, это он про тебя, Бэт. Не забывай нас. Здесь тебе всегда рады. А это приятно возвращаться. Ты как? Он сдался почти без боя. Мне это не нравится. По крайней мере, он снова там, где ему и место. Встать! Быстро! Джокер бежал! Сообщите начальству! Быстрее! Мы его теряем, док! Не повезло тебе! Та-дам! Дорогуша, я уже дома! Заходи! Добро пожаловать в дурдом, Бэтмен! Я устроил ловушку, и как красиво ты в нее угодил! Тогда давайте начинать веселье! Ну давайте, в общем, начнем веселье. Извиняюсь за то, что помешал вас на развлечение. До этого момента я собирался всех вас грохнуть и смотреть мультики, но потом, ну, вы же знаете, как я люблю покорять аудиторию. В общем, что бросается в глаза, так это боевая система. Немножко она напоминает такую игру, если кто помнит, Watchmen, Хранители. Но здесь даже круче. Он только что из исправительной тюрьмы Blackgate. Общий срок заключения 752 года. Динг-донг! Второй раунд! По загривку тоже иногда приходится получать. В общем, тут такая очень интересная система боя открытого. Вариантов убивания врагов, вырубания очень масса. И комбо, и суперудары, и блокирующие контрвыпады. Я что-нибудь придумаю. Гордон, попробуй связаться со старшим надзирателем и расскажи ему все. Я еще вернусь. Не давай пустых обещаний, Бэтс. Я контролирую лечебницу. Ты никуда не пойдешь, если я этого не захочу. Понятно? Если ты надеешься удрать... Да-да-да-да-да-да-да! Опять геройский трёп! Как же мне с тобой скучно! Почему бы тебе просто не взять и не найти меня? Это ловушка, ты же знаешь. Конечно. Так, в общем, болтовня вроде более-менее закончилась. Биографии буду вам и так вот давать читать. Я думаю, на паузу нажмите, чтобы времени много не тратил. Вот и прочитайте все, что там написано, хорошо? Так, в общем, как я и обещал, буду проходить вместе с загадками Ридлера. Вот, будем все стараться. Я еще ни разу не проходил, правда, на 100%, но есть улька попробовать. Думаю, вам будет интересно. И мне тоже. Такс. Вот. О чем еще поговорить хочется. Об его системе я вам вроде уже сказал, да? Все увидели, насколько там все круто. И это только начало. То есть дальше нам будут открываться все более новые интересные приемы там. Завершающие, которые набираются с помощью очков комбо. Вот. И... В общем, таким образом будет масса способов для убивания врагов. Так, слушай, биографию мельком быстренько просмотрели. Просмотрели. Так.
Загадок Ридлера тоже существует разные. Вот здесь вот видите, это вот его камера. Вот, и с помощью кнопочки X мы можем как бы фотографировать обстановку окружающую или какие-то отдельные элементы. Но сейчас пока еще эта возможность недоступна в начале игры, поэтому нам придется вернуться сюда намного позже. Причем намного. Но в любом случае, перед тем, как мы в самом конце пойдем на бой с Джокером, мы посетим все комнаты и все возможные и невозможные, в общем, такие вот знаки вопросиков соберем. Они вот как в виде этих знаков вопроса, так в виде настенных всяких рисунков, всяких тут аудиозаписей валяющихся, всяких хроник, в общем, тут очень полно всего. И на самом деле это все не для привлечения, сделано не для удержания вас около, лишь бы подольше вы в игру сидели играли, а наоборот, чтобы вам было интересно. То есть каждая загадка в таком спрятанном, чем дальше, тем более труднодоступных местах она будет находиться. Сейчас демонстрирую вам свою косость. Вот, и в общем, ну, еще будут разбросаны по разным местам карты со знаками вопроса. Там как бы будут изображены в каждом отдельном участке. Изображены будут знаки вопроса. Вот такие наводящие подсказки будут, где нам можно будет найти все эти загадки. Тихонечко продвигаемся дальше. У бедных охранников не было ни шанса. Все пациенты должны принимать все лекарства ежедневно. Уже нас вон поджидают два балбеса. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне 2. Сразу же я получил по морде. Ну, короче, на самом деле, чем меньше суеты, тем лучше получаются драки. Старайтесь действовать сконцентрированно. Не дергаться лишний раз. Что произошло? Произошел Джокер. Тебе повезло, что в живых остался. Наверное, он пошел сюда. Дверь заклинила. Сейчас попробую открыть. Нужна помощь в отделении для буйных. Повторяю, нужно подкрепление. Меня кто-нибудь слышит? Меня слышно. Я с Бэтменом. Прием. Где они? Там. Помощь нужна? Нет. Я работаю в одиночку. Сас на свободе. О, боже. Он добрался до Майка. Фрэнклин, ты меня слышишь? Сообщаю, помощь уже в пути. Такс. В общем, такой тут уже легкий бардачок. Оракул, как меня слышно? Громко и четко. В чем дело? Джокер сбежал из-под стражи. Он распоряжается Архимом. Тебе что-нибудь нужно? Отец еще там? Комиссар Гордон в безопасности. На очереди Джокер. Я буду на связи. Отпусти его! Так, вот у нас новая биография Оракула. Это вот эта девочка, дочка Джека Гордона. Вот, если кто помнит, в Dark Knight его играл Гарри Олдман, этого Гордона. Я, правда, помню, что у него сын был, а не дочка. Слава богу, это ты. Там Зас. У него Майк привязан к стулу. Зас в конец спятил. Подожди здесь. Нельзя. Он убьет Майка, если кто-то попытается подойти. Он меня не увидит. Увижу хоть что-то похожее на летучую мышь, и охранник сдохнет. Слышите меня? Меня навертили. Там маньяк развлекается с каким-то этим психопатическим голоском своим. Стой! Он ничего тебе не сделал! Отпусти его! Так, поговорим-ка мы с бабушкой. Это просто позор. Как такой пациент, как Виктор, смог сбежать? Об этом будем волноваться позже, доктор. Вы понимаете, что он хочет убить охранника? Он же одержим этим. Да ладно. Спасибо, Кэп. Ну, на картинке он как-то зловеще выглядит, чем в реальности. Не в реальности, я понял вообще. Так, сейчас нам продемонстрируют одну из этих плюшек. Сейчас поймал моего друга! Он его поджарит! Сделай что-нибудь, пожалуйста!
Займи его чем-нибудь. Я зайду сзади. Это нужно подойти поближе к Засу и нанести удар. Если идти по земле, он заметит меня. Надо держаться на высоте. Старые горгульи должны выдержать мой вес, если я зацеплюсь за них. И обратите внимание, сколько мелких деталей, да, в этой игре. Каждая комната, хоть она, конечно, и похожа, но где-то тихушки все комнаты, наверное, похожи. Сас лежит, но это ненадолго. Нужно подобраться поближе и вырубить его. Загоните зверя обратно в клетку! Так, слушай, я с вами попрощаюсь сейчас. Увидимся в следующей части. Еще есть шанс сдаться.